дорогие, я так рада вас видеть. Я счастлива больше, чем вы все. Это мой любимый кабинет. Да. Здесь, пожалуйста, тебе Прованс, Лазурный берег. Конечно, дети будут рассматривать, взрослые это будут рассматривать. И боль уйдет. Да, это вам еще детские, чтобы ребенку было на вас смотреть весело. Открыть еще один детский кабинет для исправления прикуса. Вот это важно. Ребенок не стесняется того, что он что-то не выговаривает. Он понимает, что он в процессе, что все пройдет. Да будем сверкать красивой жемчужной улыбкой. Главное, чтобы был повод улыбаться.